обязательно ли все время носить нательный крестик? Конечно же, тот крестик, который дан человеку в момент крещения, он является особенным крестиком. Это память об этом событии. Но, как мы помним, свой день рождения по плоти, от матери, так мы должны помнить свой день рождения по духу от крещенской купели. И, конечно же, этот крестик – это такая вот святыня, данная именно в момент этого рождения духовного, в момент крещения. Его надо хранить, носить. Если вдруг по какой-то причине он потерялся, ничего, так сказать, уж сверх такого страшного не произошло, но крестик, надо прийти в храм, купить освященный крестик и опять носить крестик. Без креста ходить ни в коем случае нельзя, так как крестное знамение нас защищает от нападок бесовских, злых людей и прочих всяких наваждений.